На Ульяновском ипподроме состоялись забеги на приз губернатора. Одновременно разыгрывались и другие престижные награды. В состязаниях приняли участие сильнейшие наездники страны. Они выступали на рейтинговых лошадях призовых пород. Лучших выявляли в основном по итогам двух гитов. Так, в забеге на Большой Поволжский приз участвовали наездники на молодых лошадях. Главная награда досталась Ирине Прозоровой, которая лидировала в обоих гитах. В скачках на приз элита для лошадей старшего возраста не было равных Сергею Матвееву на коне «Ирогейт-7». А вот его однофамилец с лошадью по кличке «Самогон» уступил на финише наезднику Раилю Габдрашитову, взявшему губернаторский приз. Денежный куш победителю помог сорвать гнедой жеребец именем «Даун Андер». Ориентируясь на результаты этих выступлений, ориентируясь на победы, соответственно, уже будут выбирать конозаводчики селекционной линии, кого в производство лошадей направлять, кобыл, соответственно, в матки, а жеребцов – жеребцы-производители. И, соответственно, на этом основании мы будем получать новое поколение лошадей, которое будет дальше радовать всех нас и любителей российских бегов. Прошедшие состязания не последние в сезоне. Согласно календарному плану, забеги будут проходить весь сентябрь.